Блин, потечет сейчас. Ваша именинница. Такой торт. Горячо. Ты с этой стороны не так. С этой стороны. Поставь вот так руку и... Все, погнали. Сань, залезь вот так. Я сюда наверху. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Настя! С днем рождения тебя! Загадывай желание и задувай свечки. А ну-ка. Загадывай. Самое-самое заветное. Вставай желание. Повыше. Вставай повыше. Вставай и загадывай. Раз, два, три. Загадала? Ой, молодец! Ура! Давай сюда. Побольше, слушай. А ты видишь, снимаешь? Да. Давай, кусай. Кусай. Давай. Задуй свечи ты в свой день рождения, и в сливках торт с малиновым вареньем, и пусть исполнятся твои желания. С днем рождения! Пойдем пройдемся. Давай. Ух ты, как здорово. А сюда что тут? Пойдем посмотрим. Пианино? Давай включим. Не включается что-то. Ну, пойдем в другую комнату посмотрим. Пойдем. Кто тут? Мама. А. Что это? Анатомия. Тело человека. Аккуратно. Доктор. Это голова. Какая это голова? А, точно, голова. Угу. Это вот... Это кишечник. Вот так ставь, да. Голова где? Голова где? Где голова? Вот голова. Вот голова. Это просто разрез головы, где показано, что тут мозг. А что это? Где? Это. Не знаю, какая-то каталка. Смотрим, что там есть еще. Следующее, это что такое у нас? Это кафе. Кафе? Вау! Да? Смотри, какая классная кухня. Класс. Смотри, микроволновка. Ой, можно крутить, да? А дальше что? Что тут? Магазин? Фасоли. Все надо. Короче, все. Картошка. Да все в холодильник. Что, пойдем дальше, посмотрим, что там есть.
Пойдем, маме покажешь, потом пойдем. Потом будешь играть с девчонками. Ты набрала корзину продуктов? Здрасте. Здорово. Пойдем дальше, посмотрим, что тут есть. Пойдем? Пошли. Тут что? Полиция. О, супер. Ой, какая форма. Оденешь? Да. Одевай. Нет. Нет? Рима, он вот что делает. Смотри. Играть? Да. А как его играть? Не знаю. Пойдем. Пошли прямо. Ну? Что тут? А дальше что? Лера, а что ты не лезешь? Ну, беги. Ну, прикольно. Ой, эти, смотри, скворечники. О, моя обнимашка. Обнимашка. Какая это павлин, смотри, какой красивый. Ух ты, куда она свистала? Карусель, ага. Ой, сцена, смотри, карета. Можно пофоткаться. Всякий пинг-понг. Можно поиграть, наверное, платно, да? Каблук. Да, 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 классно. Кафешка, смотри, есть. Вот. Ой, каблучочек какой. Прикольно. Мультиленд. А? Какую лампу? Да, ла-ла-ла. А? Ух ты! Здорово! Ну, беги вперед. Ой, смотри, лазилка. Такая штучка. Блин, машинки классные, которые я играть любила. Кататься. Куда? Ну сейчас, подожди, мы же еще не дошли. Ой, это страшная штука. Да-да. Крутится. Ну да, в принципе. Вот эти машинки прикольные. Он небольшой, да? Мама, хочу покататься. Я хочу покататься! Хорошо. Нет, я только сниму, чтобы кататься на машине, да, Лер? У Маши. Привет! Если бы не приехал, мы все сегодня с папой и с мамой приехали в аттракцион на автобусе. А ты здесь? Вот так, ты психуешь, да? Мы с папой. Ну идешь? Иду. Там река. Где я? А, пойдем посмотрим. О, какие? А, смотри, кролик. Смотри, кролик, вон он. Там сидит. Сова. Где сова? Вот. Это Гуля, это не сова. Это такая толстая. Кролики? Смотри, кролик вон внизу. Это еще кролики. Вау! А он маленький кролик. Вот белик. Ух ты, смотри, какой малыш. Совсем маленькая. Ага. Мама, смотрите, маленькая такая. Кидал в реку. Класс.
пошли дальше. Руся, помашь ручкой, если что. Пойдем. Блин. О, меня сдувает. Очень красиво. Ты что, боишься? Привет! Ой, мурлызонька! А? День компании, короче, с вашим беседкой. Ну да. Сидишь, видишь? Мама, папа, я пойду на болото посмотрю, можно? Можно. Я пойду на болото посмотрю. Всем привет, друзья! Все, иди. Смотрите, куда приехали. Кота, я сейчас просто все покажу. Что там? Вот. Смотри, в озере что-то есть? Я пойду к папе. Папе? Давай. Ой, прыг-скок. Позируй. Все, замрись, ну замрись. Сюда смотри, мне тоже. На папу смотри. Смотри. Все, ну пожалуйста, иди давай. Палить начинает. Здравствуйте. Лера. Иди ко мне. Мама, а почему дядя вот так стоит? Он не что ли так? Не знаю, это святой Лука какой-нибудь. Здравствуйте. Пойдем туда чай пить? Да. Хорошо. Я хочу это поиграть. О, хочешь? Да. Ну иди. Привет. Привет. Да, привет, да, за что ходить? Папа. Да. Пап, я сейчас попробую. Едь! А? Едь! Я буду. Че, все? Тихо! Иди сюда. Танцуй! Настя, танцуй! Ну как, дегустатор? Хочу. Звоните маме. Она звонила. Она... Кто там, рыбки? Ага. Красивые? Ага. Усечка. Степа, 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 Степа. Степа, 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 Степа. Чего? Слышь,
Давай я покажу, знаешь, кого? Идем. Подожди, кого ты покажешь? Котят. Их нельзя смотреть, а то они сбегут. Иди вон лучше. Поверни сюда. Сейчас я веревки уберу. Пойдем, я тебя стартом сфоткаю. Стоп. Ваня. Да, да, да. Потом. Ты что тут делаешь? Вот так. Пазл. Что пазл? Пазл собрать. Пазл хочешь собрать? Тебе Сережа сейчас, Лер, даст. Ты что, разобрала сейчас пазл? Да, я. Сумасшедшая женщина. Я взяла папу. Какой огромный жук. Мам, он прям на папке у меня был. Здороваться не хочешь? Здороваться не хочешь? Здрасте! Здрасте, ребята! Мы сегодня погуляем с мамой, поснимаем видео. Все, погнали! Всю пив гол! Погнали! Куда ты пошла-то? Куда мы идем? Куда? Гулять. Зачем? А зачем на улицу? А? На улицу зачем? Вообще ты где? Ты куда приехала-то? На дачу! Ребята, давайте до туда и до сюда. Нет, вот давай туда не пойдем. Пойдем лучше цветочки посмотрим. Давайте, смотрите. Вот фиолетовый. Это желтый. Давайте я покажу, какие еще цветы тут. Давай. Вот. Это как называется цветок, вот этот? Какой? Вот, да. Одуванчик. Точно? Да. Да? Какого он цвета? Он долго простоит, он станет белый, воздушный. Угу. А еще какие цветы есть? Вот, смотри, белые. Да. А вон сирень, смотри, там далеко-далеко сирень. Пойдем? Да. Пойдем. Рассказывай что-нибудь, пока идешь-то. Смотрите. Соседи наши, отца, баба, Нина. Да? Да. Смотри, мы. Сирень-то где твоя? А вон смотри, какие голубые цветочки есть. Красивые. Давайте собьем. Нет, давай не будем срывать. Давай, пожалуйста, ребят. А ну то давай. Я не Ты дам... букет бабуле подаришь? А хорошо. А то я не вам не покажу конфеты. Хорошо. Все, давайте еще одни цветы. А вон сирень, смотри, вон сирень. Где? Вон там сирень. Пойдем? Где? Вон сирень растет, смотри. Куст сирени. Только рвать его не надо, потому что это чужой. Вот. Тут тоже, да, синенький цветочек? Мам, я хочу голубые. Вот сирень, смотри какая. Понюхай. Понюхай, как пахнет, ну, Лер. Пчела. Где пчела? Смотри, как пахнет. Смотри. Эй, не трогай, сейчас пчела тебя за нос укусит. А можно мне вот такие собрать? Где пчела? Правда, пчела. Я вот такой собрал. Собирает, да, мед? Да. Пойдем. Крыльцу собирает. Смотри, сирень. Понюхай, не срывай. А я думаю, да. Да? Хорошо. Ну что, пошли другие на огороде смотреть цветы. Давайте. Все, побежали. Мы побежали. Лер, смотри, что я нашла. Шишки молодые. Вон и тоже шишки, вот. Класс, смотри, сорвать тебе? Да. Сорвать. Сорвать. А вот маленькие шишечки. Мам, я хочу большие шишечки. Большие шишечки? Да. Сейчас попробуем сорвать. Я, наверное, не достану. Вот Мам, эту достану. Давай вот так. Сейчас. Эй, не поднимай меня, ты что? Смотри, какие шишки. Не трогай в смоле. Сейчас Мам, покажу давай. Я их. У тебя ручки потом будут грязные. Мама. Смотри, какие шишки, понюхай. Вкусно пахнет? Нет. Невкусно? Да,
Нет орешков, еще не созрели, да, шишки? Классные вообще шишечки. Вот еще я желтый сорвала. Да, покажи свой букет. Вот такой маленький он. Где, покажи. Не вижу. Ну, по... Классный букет у тебя. Ты прям как флорист. Будешь работать флористом? О, смотри. Что это? Жучек. Где? Давай посмотрим. Не трогай, вдруг укусит. Жучок. Жучок. Давайте покажу, где еще жучки. А пойдем орех посмотрим. Может быть, он растет? Давай. Вот там, в куст ореха. Пойдем? Да. Иди. Веди. Куст ореха. Интересно, тут орехи созревают? Или они к осени? Да, созревают. Мам, дай орешек. А он еще не созрел, зайка. Ну, пожалуйста. Он еще не созрел. Он будет ближе к осени, наверное. Пойдем. Мам, сейчас еще один цветочек. Какой? Давайте покажу. Ты одуванчик, кстати, сорвала. И теперь у тебя будут руки грязные, желтые. Знала об этом? Что не отмоется несколько дней рука. Скажи. Все нормально. Ладно, осторожней. Главное не испачкать одежду. Да? Я все. Ты что, выкинула? Одуванчик, что у тебя от букета осталось? Один цветочек? Ладно, пошли смотреть на огороде цветы. Пойдем? Пошлите, ребята. Туда, мам. Я иду, иду. Не успеваю за тобой. Ребята, давай. Лер, смотри, какие тюльпаны. Красивые? Я не ухала. Не ухала, они уже отцветают. А вот еще, смотри, лук. Цветной лук. Вроде бы. Смотри, какой еще. Красивые цветы, смотри, какие высокие. Мама. Ну, не рви. Это, по-моему, лебеда. Или как-то так они называются, да? Ой, лебеда. Вот. Лебеда, да. А еще какие цветы есть? Смотри, клубника цветет. Я да? Покажу. Вот, белые цветочки, видишь, клубничка цветет. Видишь? Да, паучок. Паучок там, да? Ладно, пошли. Да, давай покажем паучка. Он побежал, паучок. Пошли. Посмотрим, какие еще цветочки тут есть. Подожди, смотри, где? Колокольчики. По-моему, уже отцветают. Мама, смотри, какие еще. А вот темные колокольчики, смотри. Я знаю, мам. Я смотрела, я нюхала их. Мам, я их нюхала. Хорошо. Я вижу. Пойдем еще что-то посмотрим. Давай пойдем. Вон ирисы. Пойдем посмотрим ирисы. Пойдем. Пошли. Ты что? Это клубника. Не рви. Это из этого цветочка ягодка будет. Ты что? Не рви. Пойдем там ирисы. Эти цветочки нельзя. Ой, аккуратно. Не падай. Пойдем. Ирисы посмотрим. Вот ирисы. Смотри, какие красивые. Какого цвета? Какого цвета ирисы? Ну, сиреневого. Не, а. Фиолетового. Угу. Да, да, да. Сейчас мы будем. Что ты покажешь? А это что за цветок? Не знаю. Сирень. Тоже. Какого цвета? Сиреневый. Угу. Пойдем. Куда ты нас ведешь? Туда мы не пойдем. Пойдем дальше. Помидоры сейчас. Смотри, тоже сирень красивая, да? Да, я вижу. Смотрите, тут еще видео. Какое видео? Ну, которое мы снимали. Нет, я еще снимаю тебя. Пожалуйста. Нет. Лучше покажи печку или что-то крутое. Как ты обруч крутишь? Идем туда, покажешь. Смотрите, вот так. Как? Где обруч? Крути. Смотрите, мы сейчас высоко-высоко делаем. Давай. А потом вот так делаем. Сбоку делаем. Потом вот так. Здорово. А еще? Еще вот так я умею. Здорово.